пацаны, которые выиграли, пацаны, как вообще? Это было невероятно. Саша, что вообще произошло? Да, мы испытывали определенное давление. Фейс — это старый наш соперник, против которых мы можем, в общем-то, неплохо отыграть. Мы проиграли первую игру, и вторая у нас, в общем-то, сложилась неплохо. Пистолетный раунд очень... Не было взята пистолетка, и это повлияло также на игру. Ни одна, ни вторая. На что ты обращал внимание на этот турнир? I mean, like, on Astralis game, you mean? Она спрашивает про Астралис, да? Пацаны немножко потеряли, сейчас разберемся. So that was really important. I hear they saw that we are doing stacks, but it was... It depends on information that we had at this game. По какой-то информации, что-то там стак, я так и не понял, я потерял сам мысль. А, ну вот он, в общем-то, про игру Астралис говорил в двух словах. Что у вас вообще за атаку не пошло, и как вы поймали тот момент, чтобы вернуться уже во второй половине? Он говорит про то, что у них было два ВП, мы уничтожили их экономику, это помогло нам вернуться в игру. Очень невероятный дефуз в этой ситуации вообще. Как ты вообще это все рассчитал? И он говорит, я отпускаю кнопку, и почему я не стреляю? И, в общем-то, понятно, что там есть задержка, и в конечном итоге я попал, все было хорошо. Может быть, этот момент как раз-таки переломал игру, и мы начали играть намного лучше, и у нас пошло как по маслу. Электроник, твоя просто форма невероятная, ты жаришь как немой вообще. Как у тебя это получается? Можно я на русском тебе отвечу, ты переведешь? Типа, я просто стараюсь играть как можно больше, помогать команде какими-то там, какие фишки я знаю, команда помогает мне... тем, чем может. Каждый индивидуальный игрок рассказывает то, что он знает. Я делюсь своими вещами. Ну, а стараюсь просто играть максимально много. Да. Поэтому... So going forward, you've now got this crucial win under your belt, which puts you in that 1-1 category. Are you feeling a lot more confident going into tomorrow? Чувствуете себя очень уверенными перед завтрашними матчами? На самом деле, не важно, с кем мы будем играть. Все команды, которые приехали сюда, они готовы побеждать. И, в общем-то, нам все равно, кто будет следующим соперником. Мы просто хотим показать сильную игру, чтобы не чувствовать давление и чувствовать себя эмоционально очень хорошо. Вы очень эмоциональная команда. Выигрываете, проигрываете, вы всегда как-то выражаете свои эмоции. Это нам помогает, и, в общем-то, нужно это делать, нужно как-то разряжаться. Мы любим начинать очень спокойными, нам не очень нравится, как мы начинали в этой игре, а игра была очень нестабильной.